На сегодняшний день в городе Ош наибольшее количество свободных вакансий имеется у муниципального предприятия «Оштазалык». Поскольку у предприятия ежедневный большой объем работы, оно всегда нуждается в новых сотрудниках. Сейчас сюда требуется 50 сотрудников, в основном дворники и водители мусоровозов. Всего в нашем учреждении 400 рабочих мест. Мы не требуем какого-то специального образования. Только водители должны иметь права категории Б и С. Мы с радостью возьмем на работу всех желающих. Мы работаем в две смены, в основном ночью. Мы очень нуждаемся в рабочей силе. Всего по городу Ош есть около 300 свободных вакансий на государственные и частные предприятия. По информации Ошского городского управления труда, соцобеспечения и миграции, наибольшим спросом пользуются швеи, сантехники и механики. Свободные вакансии постоянно меняются. Мы тесно сотрудничаем с данными предприятиями и стараемся помочь и людям, которые ищут работы, и тем, кто нуждается в новых сотрудниках. Нередко бывают случаи, когда профессия или образование соискателей не подходят под вакансию. И тогда Ошское городское управление труда направляет людей на бесплатные краткосрочные курсы. С начала года у нас зарегистрировано 1500 безработных. Большинство из них не имеют высшего образования. На сегодняшний день благодаря курсам мы смогли устроить на работу 600 граждан. Напомним, что на 1 августа этого года по всему Кыргызстану имеется 7848 вакансий. Среди них наибольшим спросом пользуются школьные учителя, работники здравоохранения, сферы услуг и специалисты строительной отрасли. Нагима Бакаева, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, город Ош.